Недавно завершившийся год оказал серьезное влияние на кинобизнес. Некоторым кинотеатрам из-за коронавирусных ограничений не удавалось начать работу в течение четырех и даже девяти месяцев. Часть мировых кинопремьер вообще перенесли на Новый год, общий объем выручки от показа фильмов достиг почти 23 миллиардов рублей. Но по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 59%. Больше информации о киноиндустрии ищите в разделе новостей.